А вот ее выдержке позавидует любой десантник. Еще бы, Кристин Бек отслужила 20 лет в морской пехоте США. Правда, тогда она была не видной брюнеткой, а бородатым и мужественным крепышом. Завершив службу, военный решил исполнить свою давнюю мечту и стал женщиной. А еще написал книгу «Принцесса-воин», где рассказал о неудавшихся браках, любви десантника к женской одежде и постоянном страхе разоблачения. Поменять пол Крис решил, чтобы наконец-то стать счастливым.